Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находятся часы Amazfit GTS 4 Mini. И сейчас я покажу вам, как отключить их от Android устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение Amazfit GTS 4 Mini, открываем часы, проходим вниз и нажимаем на кнопочку «Отключить». Нажимаем «Отключить». Нажимаем «Отключить». И таким образом часы были отключены, но еще желательно проверить все же в настройках Bluetooth, отключились ли они полностью. Открываем настройки Bluetooth и видим, что действительно все отключилось. На этом мы закончили. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.